17 сентября 2022 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской республики Жээнбека Кулубаева с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в связи с известными событиями на кыргызско-таджикской границе. В ходе беседы главой внешнеполитического ведомства Кыргызстана до сведения Генсека ООН доведена актуальная информация о человеческих жертвах, в том числе среди мирного населения. Министр иностранных дел Кыргызской республики Кулубаев обратил внимание Генсека ООН Гутерриша, что кыргызской стороной исключительно в целях самообороны и защиты суверенной территории Кыргызской республики от очередного неспровоцированного вторжения таджикских вооруженных сил приняты решительные ответные меры. Со своей стороны генсек ООН отметил, что с глубокой озабоченностью отслеживает развитие ситуации, подчеркнул недопустимость дальнейшего усугубления конфликта и важность его скорейшего решения только путем конструктивного мирного диалога сторон. Генсек ООН Гутерриш подтвердил готовность скочной встречи с президентом Кыргызской республики в городе Нью-Йорк 20 сентября 2022 года. Руководитель ООН также заверил министра иностранных дел Кулубаева, что на следующей неделе в Нью-Йорке обсудит сложившуюся ситуацию с главой МИД Таджикистана Мухриддином.